Министерство туризма Камчатского края совместно с Камчатским выставочно-туристическим центром сообщает о начале приема заявок на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Для кого этот конкурс? Этот конкурс для экскурсоводов, гидов-переводчиков, администраторов. И в этом году у нас добавилось две новые профессии – это официант и администратор ресторана. Данные профессии очень важны для камчатского туризма, потому что, по сути, являются его лицом. Эти люди и встречают, и провожают туристов. Ну, то есть, по сути, вся планета знакомится с Камчаткой при помощи и благодаря данным людям. И, конечно же, для них самих важно понимать, что их профессия очень важна, она ценится, и потом участие в конкурсе, оно, конечно, дает новые силы, новую какую-то энергию. Очень важно посмотреть на других в своей профессии, потому что человек обучается не только сидя за партой, но и когда сравнивает себя с такими же по профессии, как он, и немножко берет, подчерпывает какие-то интересные моменты, может быть, какой-то творческий момент своей профессии. Мы решили, что не будем устанавливать очень такие твердые требования по вхождению в данный конкурс, так как наша отрасль достаточно молода. Необходим только стаж не менее 1 года, собственно, в профессии. Документы мы принимаем с 10 апреля по 10 мая. Весь перечень документов можно посмотреть на странице министерства на портале КамГОВ и предоставить их либо лично, либо отправить по электронной почте. Что касается призов. Победители за первое, второе и третье место получат денежные призы. Это 30, 20 и 10 тысяч, соответственно. А также для тех, кто займет первые места, для них будут отсняты профессиональные такие видеоролики, имиджевые видеоролики, так называемые визитки. Мы решили, что людям пригодится данный подарок, и для своей дальнейшей профессии будет их стимулировать, но и также их работодателя в том числе, и, возможно, в каком-то карьерном росте пригодится. Хотим поблагодарить наши учебные заведения, это РАНХИКС и Камчатский колледж технологии и сервиса, всегда помогают нам в организации проведения данного конкурса. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех наших участников туристской индустрии на этот конкурс. Не бойтесь, приходите, пробуйте. Это не страшно, это, наоборот, очень интересно, ну и полезно.